Здравия всем! С вами Влад Мадис. Сегодня я покажу вам виды дизайна интерьера, в которых присутствуют натяжные потолки. И если вы хотите быть в тренде, то рекомендую досмотреть ролик до конца. Ну и не забудьте подписаться на мой канал и жать на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Буду благодарен за лайк. Итак, поехали! В этом ролике я решил показать свои работы, а именно мои натяжные потолки в готовых интерьерах, сделанные моими партнерами, дизайнерами, архитекторами и прорабами. Если вас что-то заинтересовало, то пишите свои вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание. Если было интересно, то ставьте лайк. И помните, я подружу вас с ремонтом.